преддверии праздника «День семьи, любви и верности» в селе Ермолаево, парке Ипполита Шота состоялись торжественные мероприятия. Поприветствовал гостей и участников глава администрации района Ахат Кутлуахметов. Сегодня, как никогда, нам нужны молодые, здоровые, высокообразованные и активные личности. Мы твердо рассчитываем на вас, молодое поколение, как на душу надежду, на нашу надежду и опору. Именно нам предстоит продолжить и развить лучшие традиции старшего поколения, сохранить мир и стабильность, добиться дальнейшего развития родного района. Мы верим в ваши силы, воли и стремления, которые способны укрепить духовный и нравственный потенциал будущего нашей республики. Ежегодно молодые семьи получают безвозмездные субсидии на погашение части задолженности по ипотечным кредитам при рождении ребенка. В рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» в 2016 году господдержка оказана 5 молодым семьям и специалистам на общую сумму 5 288 тысяч рублей. В День семьи, любви и верности 3 семьям были вручены свидетельства на предоставление социальной выплаты на строительство и приобретение жилья. От всей души поздравляем вас, дорогие друзья, с таким знаменательным событием. Желаем, чтобы ваш домашний очаг был всегда согрет теплом и любовью. Просим вас запечатлеть этот торжественный момент и сфотографироваться на память. Под аплодисменты всех-всех зрителей нашего праздника! Далее в рамках мероприятия состоялся традиционный парад колясок и велосипедов. Участники представили свои транспортные средства в необычных авторских дизайнах. Приветствуем авторов и исполнителей! Также приветствуем колонну креативных велосипедов. Необходимо отметить изобретательность и мастерство участников. Это настоящее произведение искусства. Ваши аплодисменты участникам парада колясок и велосипедов! Среди них в ближайшее время будут определены и награждены победители. Провожаем колонну громом оваций, дорогие друзья! В районе многое делается для поддержки талантливой молодежи, учащихся, студентов, молодых специалистов. В 2013 году была учреждена премия Куюргазинского района имени Кинзи Арсланова генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Юж-Урал-Ойл» Зинуром Исхаковым. От его имени участников поздравил и наградил председатель исполкома Курултая Башкир района Юла Ишмухаметов. 5 лауреатам были вручены премии за особые достижения в науке, производстве, спорте и творчестве. В День любви и верности принято поздравлять семьи. На сцену были приглашены золотые и серебряные юбиляры супружеской жизни, а также молодая пара, не так давно создавшая семью. Вадим Александрович и Клавдия Ивановна Шишкины. 50 лет рука об руку вместе идут по жизни, являясь для молодого поколения примером взаимного уважения, верности и огромной любви. Они воспитали 3 детей и помогают в воспитании 4 внуков. Организационный комитет по проведению мероприятия в Российской Федерации наградил золотых юбиляров памятной медалью за любовь и верность и подарками от администрации района и партии «Единая Россия». В завершении праздника состоялась церемония награждения всех тех, кто принял участие в параде колясок и велосипедов и занял призовые места. А после для гостей мероприятия была организована танцевальная программа.